заканчивает испытание новейшей разработки – технологии рекультивации. Скоро 90-е, потом 240. Некоторые никогда таки не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников, они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Таня? Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких лет... Ну хватит уже!
Игорь. Игорь. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда.
приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нарт церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекультивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита? Так он называется, Игорь? Игорь! Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора, наконец, разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк? Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! Ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой.